Нина Ивановна, откройте. Иду, иду, иду. Я тихо хожу-то. Добрый день. На счету Татьяны уже 3 выявленных и подтвержденных случая онкозаболевания. С ноября, когда братские терапевты вышли на поквартирный осмотр своего участка, Татьяна отправила на обследование уже несколько десятков человек. Предварительными диагнозами никто не пугает. Терапевт просто дает настоятельные рекомендации посетить специалиста и сдать анализы. Элементарный самоосмотр может провести каждый. Что настораживает? Ну, это появление опухолевидных образований, увеличение лимфатических узлов. Значит, какие-то образования на слизистой рта. У женщин при, значит, посещении ванны необходимо смотреть на соски. То есть нет ли там втяжения сосков, значит, нет ли каких-то образований. Заболеваемость раком молочных желез братски на первом месте. На втором – рак легких. И на третьем – рак кожи. Всего же на учете в городе с подобным диагнозом более 5000 человек. Только в 2010 году впервые выявили онкозаболевание у 900 братчан. Почти у трети из них злокачественные образования обнаружили в запущенной стадии. Онкозапущенность – это когда люди уже выявляются, когда выявляется заболевание раком в третьей при визуальных формах или в четвертой стадии заболевания, когда уже радикальная помощь, то есть полное излечение уже практически невозможно, оказывается только симптоматическое лечение. Наша задача – выявить заболевание раком в первой или второй стадии, когда возможно абсолютное излечение пациента. По словам специалистов, пока говорить о каких-то конкретных цифрах рано, но результаты будут к апрелю. Как рассказала Татьяна Козина, в среднем по 2-3 человека с каждого участка сейчас находятся в стадии обследования и диагностики. А значит, если у них вовремя выявят онкозаболевание, то будет больше шансов победить недуг. По статистике, РАД с каждым годом молодеет, поэтому врачи обращаются к работающему населению найти время и посетить смотровой кабинет в поликлинике. Юлия Любишина, новости сейчас.